Так. Мы в прямом эфире. Так, Facebook собирает аудиторию. Еще не видно комментариев. Николай Второй. Так, похоже на Цповича чуть. Есть что-то общее по телосложению. А вот Крацепович присоединился. Так, присоединился Николай Цепович, Елена Пануш и многие другие. Мы приветствуем всех. Так. Значит, нахожусь на день рождения одной очень замечательной, выдающейся личности. Очень положительной, доброй. В недалеком будущем, я думаю, самый кровожадный в истории женщин молдавской политики. Пока там всякие тети Алины Зоти позируют с мячиком, наша будет позировать с установкой ГРАД для начала. Да? Батюшка, что такое грустно? Значит, сейчас день рождения. Вот наша именинница. Наша именинница Елена Грицко. Привет всем! Бунесяра. Стимать приятен, vreau să vă mulțumesc fiecare în parte pentru felicitările pe care mi le-ați transmis și în Facebook și în privat. Vă mulțumesc, vă iubesc pe toți și ne vedem și ne auzim numai de bine în anul acesta, da? Iată, vedeți cât de pozitivă poate să fie Elena Grisco, dar cred că mulți din voi țin minte acest mic spot video când doamna Elena Grițco a dat peste un polițist, ori un polițist a dat peste dânsa. El a dat peste. La protest. Просто женщина огонь, понимаете? Я хочу выпить за здоровье Елены Грицко, потому что вот эта вся шлоебень, которая позволяет себе массу незаконных вещей в Молдавии, значит, вот Елена – это гроза. Малец Кштецка, есть афрумаста тим в Камусреле. Есть человек, который может подтвердить. Эдуард Плешка. Бună seara la toți, Шоан, nou fericit. Да. Первая жертва режима Грицко. Вот. Значит, мы желаем Лене самого доброго, только положительных эмоций. Вы знаете, в тот день, когда я познакомился с ней и с Ниной Черетьевой, вы помните этот день, когда они вышли на прислуху против Фили, против Ефрима и так далее. То есть то, что сделали они, я вам скажу, никаким рыжим там ковкалюками и так далее не под силу, понимаете? Поэтому они, вот тут кто-то пишет, грустный, домой хочет. Конечно, хочу домой. Вы понимаете, что сейчас пока еще в Москве друзья, как-то еще оно проходит. А они улетят домой, и я остаюсь один. Каждый вечер ложусь с плохотником фотографии возле тумбочки, знаете. В рамке. А? В рамке. Не, не в рамке, в венке. Это не с полоской черной. Не, венок этот, бракосочетание, что вы сразу думаете? Вот. Значит, сейчас тут есть еще одна диссидентка. Помните, ребят, вы наверняка помните жесткий фильм, первый блокбастер в истории Плохотнюк ТВ под названием «Адвокат дьявола». И вот сегодня специально для вас в прямом эфире «Адвокат дьявола» Анна Урсаки, специально для всех. Добрый вечер, друзья. Я просто очень рада, что в этом году могу справлять Новый год, а также день рождения Елены Грицко. Это девушка, которая настоящий пример для нашего революционного движения. Та, которая вернется домой, пока я еще не могу приехать, и даст там всем жару. И, ну, Ренат действительно прав. Друзья уедут, мы немножечко остаемся в таком вынужденном одиночестве. Я тоже улечу туда, куда... Ты не скрыла, что мы остаемся вдвоем. Нет.
Друзья, улетайте, мы остаемся немножко вдвоем. Все даем. Да, там ушла против. Breaking news. Контроверсату. Контроверсату. Авокату Рома Сандон. Ой, кошмар какой. Ну, значит, так, тогда я должна внести ясность. Я тоже улечу. Улечу, чтобы доделать чтобы то, что я собралась. Да, чтобы вернуться через очень недолгое время. Если у Рената ну, брачные какие-то намерения подожить Похотнюка, то у меня его фотография в рамке с черной ленточкой. Тоже над тумбочкой висит. Анна, вы понимаете, что это прямая угроза? И вечером Андреевский, да. Балакчи и Грёв выйдут и скажут: «Привет, отец, с вами Бун, я амининце». Ну, если в новом году Андреевскому, Балакчи и Гуреву перепадет что-нибудь с барского стола за такую аффирмацию, я буду рада. Значит, я чем-то поспособствовала хоть кому-то. А на самом деле, ребят, наступает 17-й год, очень знаковый год. Год революционный, кто бы как ни относился, ровно век спустя в мире были большие изменения. Первая жертва революции 17-го года, вот одна из первых жизней, Николай II на стене. И мы доделаем обязательно начатое. Ни у кого из тех, кто не приемлет жизнь в стране, захваченной Похотнюком, выхода уже нет. А когда у человека нет выхода, он обязательно развернет все так, как должно быть на самом деле. Поэтому верьте в нас, думайте о нас, посылайте нам добрые мысли. На самом деле мы не прекращаем думать о стране, о родных, о близких, о вас, о всех друзьях. И ну, давайте все-таки не забывать, что мы сегодня празднуем день рождения Грицко, потому что я начинаю скатываться на политические дискурсы, и это уже опасно, я так думаю. Предлагаю выпить за серьезную, смелую женщину. Прикольно. Фрумас, ре, даре начало, тим фарти буны лаинимы. Что, пьем за Елену, а? Да. Вот тут, как вы считаете, можно в кадр выходить со стаканом или нет? А что такого? Женщины день рождения. Это день рождения, оставьте. Лешка. Стимас, приятель. Я Бялфилка Диссарбатурли Диярна Сипуни Доринца Ди Ревелиона Шаш Сипуни Доринца Ди Зиоди Наштери. О Доринце посибе луна банала, дар фарти консистента ка формащи континут. Жос Плохотнюк. Плаха. Цените, блин. Цените, касти рупим ануиста, асти рупим. А ты дуринца меди базы. Я Капустин. Фимея в день рождения. Мулцань. Мулцань. Я Кас. Ленуца, ешь, браво. Мулцань. Не могу, не буду. Да. Я вам скажу, тут есть еще один в красном свитерочке. И это кто? И это просто коммунист Александр Петков. Я хочу сказать, что я улетаю вообще первым. Только не говори, в котором часу, потому что тебя встретят в аэропорту. Нет, мы... Тебя и так встретим. Уже понятно. Да. Скажите, батюшка, скажи, что там у твоей любимой женщины день рождения. Бельчане. Он забыл, он забыл. Ребята, извините, да, я хочу вас поздравить всем с Новым годом. Конечно, Елену пожелать самого наилучшего, чтобы ее желание, я услышал вот одно из них только что. Основное желание, чтобы она сбылось. Я думаю, с вашими усилиями, с вашей помощью все это случится. Жоз Плохотнюк, Калариф Дери Плохотнюк, Домня Жутсня, Дмезюсня Жутин Туат Челич Времной, Мульцянь, Санатай. Стас, Оляк, мы сегодня наш трилу Грицко. Гата, у всякие пары кейла кабинету Динумбрала журнал. Ты уж гата, в упор не дем. Ну, он кидает лайв. А? Вы понимаете, что пока окружают такие прикольные женщины, прикольные, смелые, порядочные, наглые, значит, свидетельствуя мушка Грицко Дилунь Есала Луку, да, Махуку, бригада Луплахи Шашама Депарди. В ближайшее время они хотят арестовать Шеремета, дискредитировать его, изменить кодекс о выборах Бельцев для того, чтобы забрать Бельцы в свои руки. Хочу посмотреть реакцию бельчан, что произойдет. Потому что я уверен, что
этой шобли-ёбли в Бельцах делать абсолютно нечего. Но, по крайней мере, об этом выскажутся бельчане. Я считаю, что это будет правильно. Игоря мы не отдадим, но заверяла Моральскую, да. Что он заигрался. Да. Подожди про Морель. Тут у нас другая новость грустная. Амвазута Кума Анштирк, президентеле Дудон, Асемна Декрет уж Троян Басеску, ну, маестича Татьяна Республики Молдова. Йо кредка Игорь Николаевич Трибесел Малес пи Басеску Мпаче. К Басеску овес и виис крояска тет электорату плохиша Лугимпу. Шеку кун луптатор. Серьез, кун луптатор тари и бинис лупс. Аста щелкцин есть по ререме, да? То есть сегодня появление Басеску, я вам скажу, что, ну, по крайней мере, мы могли иметь какие-то прикольные дебаты на телевизорах. Разнообразие, да? Жизни. Разнообразие, да, вот Петков правильно говорит. Тем более, вы понимаете, у меня с Басеску много общего. Мы оба родились 4 ноября. Оба любим блондинок, понимаете? И сегодня, когда меня лишили такого политического соперника, я считаю, что это беспредел. Шиде Трояна Колу, Илбокане, Пиплахиш, Пигимпу, Трибуэдил Майласат, Игорь Николаевич. Сусели Туляку Дудонда. Фальстар. Фальстар, да? Яков, фальстар, не фальстар, да. Ну, Троянушка, Доршиде, увидит кого-то. Понимаете, сегодня все, кто критикует... Все, кто критикует Плохотника, сегодня как бы наши союзники. Что смешного, батюшка? У никого. Да, Басеску правый, у Неонис и так далее. Потому что сегодня, отняв у Басеску молдавское гражданство, это консолидирует сейчас всех правых. И люди бы увидели, что Басеску один год в политике, два, три, четыре, пять, увидели, что никакого объединения с Румынией произойти не может, и эту тему бы закрыли раз и навсегда. Тут сейчас как бы из него сейчас делают жертву. А может, консенсепи пенсати, малес пелангопрод, КНРА, Штефан Самуары, Мулты жаля фос, танцары. Оно, давно урсаки, вода от сама. Астри будет лубосец, где усы кэнди ум кэнди. Там ярта демут, вино напой. Прям у меня дурот, дорог где ной да. Прокурор генерал. Ари патрон на диспозиции. Deci sunt probleme mult mai serioase în țară, pe care ori le rezolvă în președinte, ori nu le rezolvă. Так. Вот еще вам требаре провокатор. Домнули Ренат, о самай сусыне спе пи-пи-пи-пи-пи, где пи-пи-пи. Да, пи-пи-пи-пи, да, пи-пи-пи, но это не пи-пи-пи. А мне экспликат, где мой мулки вор, чечу фостен компании, шкадит с фем Сереж, ну? Так, дисбатер поличи в день рождения Лены. Или Анкашу. Да, яка кашу сведи. Когда-ка идя на остров ведескому. Так ценила, но я бы ценил. Да. Или Анк салутер латуат фамилия, или Анкашу кума инвена, преунок в копеек, соце. Или Анк, ешь браво, ешь он луптатор одеворат. Яка пропую, тац воду по статистике. Конечно, я маранцы ищи мэры. Яка, или Анкашу, урсаки. А что? Поляк мой нантуц, Оляк. Поляк мой нантуц, Оляк. На Петков я когда к Марину фащеник. Туда отсюда. Так, Лену не видно. Так, вы что? Все уже пишут 5 человек, что я спрятал Лену. Я на месте. Да. Рядом. Йосун Сигур Кану, Эстолс Фейму Фискимберт. Сент Абсолут Сигура. Asta noi vă promitem. Și dacă tot domnul Sate a menționat că revin la muncă, la pă... Nu domnul Sate. Hai că suntem în... Și apoi dacă suntem în... Vreau să-i transmit un mare salut domnului Macu, Ciornei, așa că țineți-vă băieți. Păcăje pleșcu, Stasiuc și da. Eu tot salutările de oră, nu cum? Eu atli eu. Băieți, țineți-vă. Елена Стидея, ее стидея. Ты грабы винку салутарь лавоешь, свой хаеск, свой урш, свой колин, свой сэмон. Тот это свак интро
антрового хейтура. Так, ребят, ну что, так как в Молдавии рабочие дни, в России официальный выходной до 9 числа, 9 января у нас будет очень много, после 9, очень много интересных событий и для тех, кто поддерживает нашу партию, и для тех, кто против нее, и для тех, кто пытается ее уничтожить. Но, кстати, я договорился с одним производителем в Нижегородской области. Значит, будет делать такие специальные маленькие, знаете, такие круглые, там компоненты. Брезент, да, военный, чуть-чуть меди, чуть-чуть свинца. И такие накладки на щеки вставляются внутрь с разных сторон, чтобы ни у кого там щеки не треснули. Ну, те, которые ходят в GBC к Плохотнюку на консультации. Те, кто сегодня слушают правящий режим и ходят к ним и делают какие-то глубокие воздушно-дыхательные процедуры, как бы, то я считаю, что должны быть щеки защищены, чтобы они у них не треснули, понимаете? Глотательно-сосательные. А? Петков говорит про какие-то глотательно-сосательные, но я не понимаю, если честно, о чем речь. Я говорю про факты на лицо. Я возмущен, как бы. Вообще использование такое, Александр, вы объясните людям вашу позицию, Александр. Это только политический термин. Нет, вообще Плохотнюк должен знать, что его смерть начнется тогда, когда он возьмется за изменение избирательной системы. Поэтому вперед, после, вперед. Его смерть в яйце, а яйцо у нас. Сергей Чабанов тут пишет уздечка. Когда я сказал про две круглые накладки с двух сторон внутренние, это не уздечка. Уздечка межепиденофары, Сергей Чубан. Комфош, йола, цары, шамых, это штучный самный капестру. Майн андус каманхамат. Хотя анхама это правильно, да? Да. А? Да. Анхама, есть, да. Есть. А, нецензурно используют гимпо. Анхама там, пи. А? Кощей Кумидзе. Да ну, и Кощей Кумидзе. Хайласас боец, но и... Так. О, я косо конектат, Крина Баля, дела плохие, что вы. Спочатку Казіва, дурим ося рибуна. Мульцянця на таті, шфірічірі. Біні. Стимас приятен, йоу, на часті зі. Ziua mea de naștere, de fapt vreau să-i spun cel mai calde cuvinte persoanei căruia datoresc foarte mult în viața asta, este mămica mea, Eugenia Grițco. Vreau să-ți spun că te iubesc, mă închin în fața ta până la pământ și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine și să știi că viața mea probabil că nu ar avea sens fără prezența ta. În ea. Te iubesc enorm de mult și iubiți-vă mămicile, iubiți-vă părinții, pentru că ei sunt sensul vieții noastre. Pupici! Corect. Hai pentru toate mamele. Pentru toate cei care stau poate acum la masă sărbătoresc, pentru toate mamele din lume, să fie toate sănătoase, pentru mama lui Elena Grițco, pentru toate mamele. Noi suntem prieteni pe Facebook. Ne știm și așa, doamna Eugenia, chiar pe bună dreptate aveți cu ce să vă mândriți, ați crescut o fată extraordinară, un patriot a țării și ne bucurăm foarte mult că o avem printre noi, aveți grijă de dumneavoastră și aveți grijă de toate mamele noastre care sunt acolo acum și plâng după noi, pentru că nu a mai rămas mult, că n-o să râdem cu toți împreună. Doamna Grițco, eu vă recomand să o blocați pe Ana Ursache pe Facebook, că despre dânsa la public arată lucruri foarte urâte și foarte proaste, chiar proaste de tot. Da, murdare, sânge, umor. Dar eu mă bucur că arată și pe Ana Ursache, că altfel aveau smărăte numai pe mine, înțelegeți? Să fii sănătoase toate mamele din lume. Da. Какие мы позитивные. Конечно, позитивные. Ну, конечно, позитивные. Ребят, без позитива дорога в никуда, понимаете? По-другому с ума просто можно сойти. Поэтому надо двигаться вперед, бомбить, уничтожать всех этих швалей, которые там есть. И куда мне идет на другой час год? Воюбим. Водорез козибуна. Кто мне идет, согласен. Треск пупору. Лицань.